Ютуб, привет. Вот получил из новой посылочки. Тут такие вот есть окончания на пробойничке, жесткие. Вот у меня под него, как говорится, не на что его одевать. Решил изготовить из-за такого мебельного болтика насадочку под вот такую вот штуковинку. Сейчас попробуем сделать ее. Для этого берется токарный станок, который состоит из тисковой дрели. Зажимается заготовка. И сейчас будем обрезать и делать, обтачивать. Вот так будем обрезать. В качестве резца будем использовать вот такую болгарочку. И отрезаем то, что нам не нужно. Все лишнее. Все быстро и просто получается. Теперь осталось под эту насадочку подогнать диаметр, ну и длину. Вот так это все должно выглядеть в итоге. Сейчас единственное, надо здесь чуть проточить, чтобы диаметр посадки соответствовал. Берется вот такой напильничек. И снимается до нужного размера. Насадочка жесткая, и чтобы она не выскакивала, она должна довольно-таки жестко с усилием сюда заходить. Вот такая вот получилась у нас насадка. Сейчас покажу, что в итоге, как это будет выглядеть. Вот она наша насадочка. Ее можно будет и на крючок накручивать. Резьба у меня везде, я стараюсь, чтобы была одинаковая. Почему? Чтобы не заморачиваться. И можно на пробойничек одеть. Вот так это получается. Можно, если есть необходимость, на молоток. Вот так это все выглядит. И теперь уже можно спокойно брать и им работать. Вот так недолго, за 5 минут можно самому в гараже изготовить такую насадочку. У меня тут есть немножко, есть вот такие большие, теперь вот такие вот есть у меня и маленькие. Это, конечно, более мягкая, мягко осаживать, а вот как раз жесткой насадочки такой маленького диаметра у меня не было. Все вот эти вот насадки, наконечники, они очень мягкие и мягко работают, а вот именно такого небольшого диаметра жесткая мне была нужна, и теперь она у меня есть. Все, вот такое короткое видео. Всем спасибо. До новых встреч.